матче с «Торпедо» на действиях техничных тбилисцев могли сказаться дождливая погода и вязкое поле. Сохранив сухими свои ворота после ударов Востросаблина и Камнева в начале матча, динамовцы стали плести кружева вокруг штрафной хозяев, невзирая на тяжелый грунт. После удара Джамараули на 37-й минуте капитулирует Пчельников 1-0. Следующий удар экс-владикавказца Джамараули приходится в перекладину. Вообще вся игра тбилисцев строится через Гочу, способного даже по щиколотку в грязи обыгрывать по нескольку торпедовцев. Во втором тайме изменить что-то в игре автозаводцам оказалось не под силу. Размашистые грузинские атаки были острее монотонного московского розыгрыша в конце матча. Счет 1-0 на табло так и сохранился. Впереди игра в Тбилиси. Чем ответят торпедовцы, пока не ясно. Поляна была тяжелая, но это не оправдание. Мы просто уступили в борьбе. Грузинам уступили, которые никогда не славились этим. Это, без сомнения, лучшая команда, с которой мы встречались. Но я думаю, все-таки настрой у нас был не то, чтобы увести хороший результат, а настрой был, чтобы показать хорошую игру и победить.